Саженцы алычи кубанская комета относятся к неприхотливым сортам, которые при самом элементарном уходе приносят хороший урожай. У плодов приятный вкус, и их часто применяют для заготовок. Крупномер кубанская комета относится к низкорослым и не вырастает больше 3 метров в высоту. Плоды у дерева большие, слегка вытянутые, в среднем весят 35-45 граммов. Их оттенок бордовый с несильным восковым налетом. Мякоть оранжевая и сочная, а вкус кисло-сладкий. Достоинство сорта. Высокая стабильная урожайность. Большие плоды, которые не трескаются при созревании. Хорошая морозостойкость. Возможность транспортировки. Среди недостатков можно отметить: плохое отделение косточки от мякоти. Необходимость прореживания. Алыча кубанская комета – это многолетнее растение высотой 250-300 см. Дерево лучше всего подходит для групповых посадок. Алыча прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для суглинистых почв. По типу ствола алыча кубанская комета можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – слаборослый. Расцветает алыча кубанская комета в месяц июль. Лист этого прекрасного растения по форме эллиптический. Весенняя окраска листочков зеленая, летом листва зеленая. Алыча кубанская комета имеет ранний срок созревания. Плоды алычи созревают в месяце июль. Масса плодов приблизительно 30 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода продолговатая. Цвет плода темно-красный. Вкус кисло-сладкий, мякоть средней плотности. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что алыча кубанская комета – опылитель, обоеполый сорт. Алыча кубанская комета создал сорт Крымской опытно-селекционной станции Всероссийского НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова. Создан сорт был год 1987. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.